Мне очень приятно быть здесь. При поддержке фонда «Династия», с которым я имел удовольствие сотрудничать и дать лекцию несколько лет назад, и фонд, чьей работой я восхищаюсь. Как сказал Марк, я в самом деле собираюсь рассказать вам о будущем физики, или более точно, о том, чего мы не знаем, поскольку будущее физики, понятно, определяется вопросами, которые мы сейчас задаем. И определяется вопросами, ответы на которых мы сейчас не знаем. Как физик, я очень горжусь тем, что мы уже знаем, и мы знаем огромное количество вещей, многие из которых мы узнали в течение моей жизни. В течение последних 50 лет мы создали современную теорию, открыли и поняли фундаментальные составляющие материи и силы, при помощи которых они взаимодействуют, которые действуют на них. Я расскажу вам немножко о этой теории стандартной модели. В широком смысле эта теория объясняет, из чего сделана обычная материя. Как мы сейчас, в начале 21 века, понимаем, обычная материя на самом деле состоит из атомов. И в начале прошлого века мы изучали структуру атомов и изобрели странную теорию, которая объясняет поведение структуру атомов, квантовую механику. Узнали или определили, что такое электрон, и поняли, как устроены атомы, и что атомы сдерживают вместе электромагнитные силы, и что в центре атома находится маленькое ядро. К концу 20 века мы поняли структуру или устройство ядра, сделанного из состоящего из протонов, нейтронов, которые, как было потом понято, состоят из кварков. Протон, например, состоит из двух кварков, которые мы называем верхними, и одного нижнего. И все это связано ядерными силами. Мы поняли, что в атоме и в ядре имеются три силы, структуру которых мы сейчас понимаем в деталях. Это электромагнитные силы, электричество, которое удерживает электрон, сильные и слабые ядерные взаимодействия, которые действуют внутри ядра. И в частности удерживают кварки в связанных структурах. Мы узнали в течение 50 лет очень много. Мы разметили целую историю развития Вселенной, которую мы сейчас знаем с потрясающей точностью. 13,7 миллиардов лет назад, до такого расстояния по времени, мы реконструировали историю Вселенной, и 50 лет назад ничто из этого не было известно. Все это были только спекуляции. Теперь у нас есть картина того, как Вселенная вскоре после своего рождения, которое мы не очень понимаем. Так вот, мы понимаем, как она развивалась от рождения до настоящего времени.
мы достигли потрясающего понимания и количественного понимания материи во всех ее фазах, сверхпроводимость, жидкости и прочее, вплоть до атомной шкалы. Это фундамент нашей современной технологии. И также источник будущих технологий, которые будут развиты в 21 веке. Как физик, ученый, я очень горд и потрясен тем, что если мы посмотрим на 50 лет назад, то увидим, как много мы поняли за это время, как много количественного понимания возникло всего лишь за 50 лет. То есть меньше, чем время жизни одного человека. Однако, это не значит, что физика не имеет будущего, что физика пришла к своему концу, поскольку мы окружены океаном незнания. И чем больше мы узнаем, тем больше расширяется сфера наших знаний, тем больше мы понимаем, что мы еще не знаем и не понимаем. И это незнание, это то, что является движущей силой нашего движения и дает нам работу для будущего. И исследования, которые мы хотим закончить, наиболее важным следствием знания является незнание. Конечно, я не имею в виду невежество, которое приводит к расизму или войнам, или плохим выборам, но незнание, которое является интеллектуальным незнанием, которое позволяет нам выявить наше незнание, вопросы, на которые мы сможем ответить при помощи наблюдения, эксперимента и теории, хорошо поставленные научные вопросы. Замечательная вещь о хорошо поставленных научных вопросах – это то, что на хорошо поставленные вопросы мы можем попытаться ответить наблюдением, экспериментом, при помощи проведения эксперимента или теории, или при помощи всех этих методов, взятых вместе. Эти вопросы обычно получают ответы гораздо быстрее, чем мы могли бы надеяться, и это то, что делает науку таким увлекательным занятием. Я сейчас представляю вам доклад, который является современной версией ответа на вопрос о том, какие 25 вопросов могут быть важными для физики на ближайшие 25 лет. Очень важно сформулировать вопросы о том, какие вопросы являются важнейшими, тогда нам будет легче предсказывать, что произойдет. А именно, на хорошие вопросы будут найдены ответы. Гораздо сложнее предсказать, какие технологии появятся в результате уже имеющихся научных знаний, поскольку новые технологии зависят не только от природы, но и от людей, и от того, что они хотят, и сколько это стоит. Но будущее физики хорошо предсказуемо, если вы знаете хорошие вопросы. И я буду обсуждать некоторые такие вопросы в физике. И под физикой я понимаю широкий набор областей науки, от космологии, астрофизики,
физике твердого тела, физике частиц, теории струн, биофизики, биологии. Это все области науки, в которых работают физики. Физики обычно настолько важны, важничают и успешны. Они чувствуют, что они могут сделать все, что угодно. А поскольку я не хочу говорить 2 часа, возможно, я обсужу только 15 вопросов. Начнем с первого, который занимает естественное место как в начале лекции, так и в начале списка вопросов. Это природа, происхождение Вселенной. История Вселенной насчитывает 13,7 миллиардов лет. Мы в точности не знаем, каково было начало, но мы знаем, что 13,7 миллиардов лет назад вся Вселенная, которую мы видим сейчас, которая она сейчас, размер этой Вселенной порядка 13,7 миллиардов световых лет, она была очень маленькой, очень горячей и расширялась очень быстро, и потом установилась практически постоянном расширении. У нас есть картина рождения Вселенной. У нас есть картина Вселенной на несколько сотен тысяч лет после ее образования. В это время сформировались атомы. Атомы сформировались из газа, электронов, протонов и света. И свет мог отсоединиться от материи. И потом мы наблюдаем Вселенную, которая получилась. Итак, свет в момент, когда материя отсоединилась от света, был очень горячим. И мы до сих пор видим эту температуру, мы видим ее сейчас. И если вспомнить старые телевизионные приемники, когда вы его включаете, и сначала вы ничего не видите, вы видите этот шум. Половина этого шума – это свет, который распространяется к нам и приходит к нам с этого вот расстояния в 13,7 миллиардов лет назад. С того момента, когда этот горячий газ отпустил фотоны, и они начали жить своей жизнью. Итак, как эта Вселенная выглядела 13,5 миллиардов лет назад? Совершенно скучная, горячий газ, излучение твердого тела, сказали бы физики. Это спектр микроволнового фона. Просто замечательная кривая, которую предложил Макс Планк в конце 19 века. В последние 20-30 лет, однако, мы изучили это излучение твердого тела с колоссальной точностью, чтобы понять, существует ли разница в том, как это излучение выглядит в разных точках. И это, поскольку ответ на этот вопрос может понять, какова структура ранней Вселенной. И в самом деле, если подробно рассмотреть этот вопрос, вы увидите карту, которая будет похожа вот на то, что вы сейчас видите. Красные точки – это горячие точки, синие – более холодные. Разница температур между ними – это только часть десятитысячной градуса. Но этого достаточно,
чтобы гравитация была существенна, чтобы в горячих областях было больше массы, чтобы осуществился гравитационный коллапс, и астрофизики и космологи могут теперь объяснить, как эта вот картина 13,6-13,7 миллиардов лет назад, как это только под воздействием сил гравитации приводит к тому, что там, где избыток массы, происходит сжатие. Значит, эта картина показывает вам получившуюся структуру с нитями и узлами, отвечающим плотным областям. И все, что вы видите, все, что показано указкой, это галактики. Ночью, когда вы глядите в небо, вы видите эти области Вселенной, которые светятся. На самом деле у нас есть очень хорошее количественное понимание того, как образовывались галактики, как звезды возникают, как они светятся. Мы понимаем происходящее вплоть до того времени, в котором мы сейчас находимся. Последние 10-15 лет мы поняли нечто, что говорит нам, что будущее Вселенной может быть совсем другой. Нобелевская премия этого года присуждена астрономам, которые обнаружили, что расширение Вселенной ускоряется. И если так продолжится, Вселенная будет становиться больше и больше, все быстрее и быстрее. В настоящий момент мы спрашиваем вопрос, который меня интересует, как это все начиналось? Что такое большой взрыв? И это именно то место, в котором наши уравнения не работают. Уравнение Эйнштейна, кто первым понял, что пространство и время динамические, и снабдил нас инструментами, позволяющими восстановить историю Вселенной, его уравнения несправедливы, если мы рассматриваем время Большого Взрыва. Теория струн – это другой и более мощный подход, который потенциально может помочь нам ответить на эти вопросы, но и в теории струн мы не смогли понять, что такое Большой Взрыв. Так что это первый вопрос. Он хорошо сформулирован, и мы можем попробовать ответить на вопрос, как началась Вселенная. Мы можем отвечать на этот вопрос не как на религиозный, а как на научный. Мы можем изучать сигналы, мы можем... Наше наблюдение позволяет нам изучать времена, близкие к Большому Взрыву. Скажем, в микроволновом фоновом излучении. Та структура, которую мы видим в микроволновом излучении, свидетельствует о флуктуациях, динамических флуктуациях пространства-времени на временных масштабах, очень близких к Большому Взрыву. Можем ли мы использовать эту информацию для того, чтобы действительно объяснить, как началась Вселенная? До сих пор физика не могла объяснять такие вещи. Мы говорили, да, мы знаем, как мир выглядит сейчас, и можем предсказать будущее, но как можно что-нибудь понять и научно понять и создать теорию того, как началась Вселенная, мы не знаем. Довольно трудно представить себе, что это за теория, потому что, скажем, надо понять, как началось время.
началась Вселенная 13,7 миллиардов лет назад, а что было до того, как Вселенная образовалась? Было ли время до Большого Взрыва? Некоторые люди думают, что настоящего начала не было, а Вселенная циклична в своем развитии. Я подозреваю, что наши понятия пространства и времени только приблизительны. И даже задавая этот вопрос, мы не знаем, как задать этот вопрос правильно. Мы должны научиться задавать этот вопрос адекватным образом, так чтобы у него был разумный и предсказуемый ответ. Это первый вопрос. Следующие два вопроса связаны с наполнением Вселенной. Из чего она состоит? Мы все сделаны из частиц, электронов и кварков. Есть излучение, несущее энергию. Что составляет массу и энергию Вселенной? Одним из замечательных открытий в последних 30 лет, которое следовало из, в частности, наблюдений, за которые был присужден Нобелевская премия этого года, 75% энергии Вселенной — это так называемая темная энергия, а большая часть материи во Вселенной — это то, что мы точно не знаем. Мы точно не знаем, что это такое. И это называется темной материей. И второй вопрос — какова природа темной материи и темной энергии, которая составляет большую часть энергии и материи Вселенной? Начнем с темной материи. Откуда мы знаем, что темная материя существует? Это потрясающая история, поскольку это открытие материи, которая не была создана учеными в лаборатории. Это не то, на что вы смотрите в микроскоп или изучаете на ускорителях, но это то, что было обнаружено астрономами, когда они изучали галактики в Млечном пути. Они изучали звезды во внешних оболочках галактики, используя законы Кеплера и Ньютона, и используя скорости звезд и их расстояние от центра галактики, вы можете вычислить, сколько массы содержится внутри, так сказать, той массы, которая определяет орбиту звезды. И таким образом было обнаружено, что вся видимая масса галактики совершенно недостаточна для того, чтобы объяснить наблюдаемые орбиты звезд. Таким образом, была обнаружена недостающая материя, темная материя. Так что наша галактика — это большой шар из темной материи и нечто вроде газа, неких частиц, а звезды и планеты находятся в центре этого большого шара, который содержит этот большой шар, содержит 90% материи галактики. Мы его не видим, но мы косвенно узнаем о существовании этой темной материи и законов гравитации. Можно убедиться в существовании темной материи еще одним путем. Это так называемое гравитационное линзирование. Теория Эйнштейна предсказывает, что свет, проходящий около Солнца, будет притягиваться к Солнцу и искривиться, и его путь искривится. Солнце работает как линза, и свет, который приходит из-за Солнца, будет притягиваться Солнцем. И на самом деле подтверждение теории Эйнштейна, первым подтверждением было наблюдение искривления траектории света. И мы можем увидеть или наблюдать существование темной материи.
если мы будем наблюдать свет, который излучен за этим образованием, это потрясающее событие, которое случилось несколько миллиардов лет назад, когда два галактических кластера, это каждый кластер содержит примерно 1000 галактик. Вот эта красная область — это горячий газ, окружающий эти галактики. Вы видите здесь яркие пятна. Это галактики, которые находятся за этим кластером. А голубой — это количество темной материи, которое вы можете вычислить, поскольку оно искривляет траектории света, идущего от галактик за галактическим кластером. Так что, вы видите удвоение образа галактики, находящейся за кластером, из-за эффекта искривления траектории света. Так вот, несколько миллиардов лет назад один кластер столкнулся с другим. И теперь они прошли друг через друга, и теперь опять расходятся. Красные области — это обычные частицы. Обычные частицы, сильно взаимодействующие. И там есть трение. Голубые области — это темная материя, для которой не характерно это трение, и оно распространяется быстрее, эти области. И галактики теперь не находятся в центре этой темной материи. Ранее, в самом начале, красная область находилась бы в центре голубой. Мы видим, есть видимая материя, которую мы можем наблюдать при помощи света, и темная материя, которую мы можем наблюдать только косвенно, используя законы гравитации. Из чего сделана эта темная материя? Из чего состоит темная материя? Один способ ответить на этот вопрос — это просто наблюдать ветер из движения частиц темной материи, который должен распространяться, который может распространяться в том числе через эту аудиторию. Этот ветер из... Да, ветер, который должен существовать в соответствии с нашими представлениями. Через каждого из вас проходит примерно 500 частиц темной материи в секунду. Они распространяются со скоростью 500 километров в час, и вы не замечаете их, и в этом проблема. Если бы мы их чувствовали что-нибудь, мы могли бы их обнаружить. Оказывается, что темная материя очень слабо взаимодействует с чем бы то ни было, и поэтому эти частицы проходят через вас. И поэтому мы используем экспериментальные установки, которые находятся глубоко под землей, очень чувствительные, которые нацелены на экспериментальное обнаружение потока этих частиц темной материи. И у нас есть надежда, что этот поток будет обнаружен в ближайшие 10 лет. Еще один способ изучения темной материи — это произвести ее в лаборатории. Уравнения Эйнштейна говорят нам, что энергия — это то же, что масса. Если вы создаете энергию, то тогда вы создаете... Это эквивалентно созданию частиц и античастиц. То есть если у меня достаточно энергии, тогда я могу произвести и темную материю. Большая
часть частиц, которые мы можем произвести, не находится вокруг нас, потому что они нестабильны. Темную материю нелегко произвести, поскольку требуется колоссальная энергия. Однако есть основания полагать, руководствуясь тем количеством темной материи, которая есть во Вселенной, что мы, начиная с Большого адронного коллайдера в Женеве, в ЦЕРНе, мы подбираемся к энергиям, на которых, возможно, темная материя может быть произведена в лаборатории. И таким образом мы могли бы экспериментально подтвердить существование темной материи и изучить ее свойства. Теперь, что такое темная энергия? Как мы можем узнать что-нибудь об этом? Она ответственна. И так она была наблюдена. Она ответственна за ускоряющееся расширение Вселенной. Но что это? В теории, в эйнштейновской теории гравитации, которая говорит, что гравитация — это волны на ткани, на пространственно-временной ткани, и пространство-время — это не просто инертные, а динамические объекты. И метрика, расстояние, метрическая структура пространства-времени динамическая. И именно это является источником гравитации в теории Эйнштейна. И поэтому естественно, что Эйнштейну пришло в голову использовать, правда, это произошло только однажды, то, что называется космологической постоянной Эйнштейна. Я объясню происхождение этого понятия. Космологическая постоянная естественно приводит к ускоряющемуся расширению Вселенной. Если это объяснение, но мы не знаем, так ли это, тогда ускоряющееся расширение Вселенной может продолжаться вечно. Ускорение проявляется в том, что удаленные галактики удаляются от нас со скоростью, которая возрастает с возрастанием расстояния, отдаляющего эту галактику от нас. И вся Вселенная распространяется ускоряющимся образом. Это чрезвычайно удручающая мысль. Если Вселенная продолжит свое расширение подобным образом, примерно через 15 миллиардов лет, если вы выйдете на улицу, не в Москве, где вы не можете видеть ни звезд, ни галактик, но где-то на вершине горы, вместо того, чтобы увидеть все эти галактики и звезды во Вселенной, вы увидите темное небо, черное небо. И единственное, что вы увидите во всей Вселенной, вы будете видеть молочный путь, нашу галактику. Млечный путь, извините. Да. Пространство будет расширяться ускоренным образом, и они по отношению к нам, и то, что мы видим, да, будет распространяться быстрее скорости света. И поскольку ничто, включая нейтрино, не может распространяться быстрее скорости света, то пространство будет расширяться таким образом, что если галактики посылают нам световой сигнал, то Вселенная расширяется так быстро, что этот сигнал до нас не дойдет. Вселенная будет очень темный и мрачный. В конце концов, галактики испарятся, и в конце концов каждый кварк, каждый атом будет одинок в своей части Вселенной. Но мы не знаем. Ну, здесь вопрос не в том, как Вселенная началась, а в том, чем она закончится. Третий вопрос — это вопрос о космологической постоянной.
откуда, каково происхождение этой энергии. И по существу это энергия пустого пространства. И это замечательная разновидность энергии. Вы, наверное, слышали, что люди думали, что пустое пространство заполнено чем-то, что называлось эфир. И потом Эйнштейн показал, что никакого эфира нет. Что было забавно относительно эфира, наполняющего все пространство, люди думали, что эфир необходим для распространения, для объяснения распространения света, который свет считался волнами, распространяющимися в эфире. То есть поскольку свет волна, то он должен был распространяться в чем-то. Но эфир отвечает тому, что мы физики называем выделенной системой отчета. Например, эта комната наполнена воздухом. И воздух находится более-менее в состоянии покоя. Я не чувствую никакого ветра, но если я начинаю ходить, я чувствую ветер. Если я двигаюсь, тогда воздух не находится в покое по отношению ко мне. Он движется, поэтому я могу сказать, двигаюсь я или нет. Если я двигаюсь, я чувствую ветер. Но физика учит нас, и Эйнштейн подчеркивал это, что физика должна быть одинаковой для всех наблюдателей, будь это наблюдатели в покое или движущиеся. И поэтому не может существовать ничего подобного эфиру, когда вы можете действительно сразу сказать, потому что если вы движетесь, вы будете чувствовать эфирный ветер. Так что если я говорю, что пространство наполнено энергией, обычная энергия зависит от того, двигаюсь я или нет. Если я двигаюсь, у меня есть кинетическая энергия. А если я стою, то кинетической энергии у меня нет, и для того, чтобы энергия возникла, я должен с кем-то столкнуться. Итак, мы имеем дело с объектом, который наблюдается одинаково, независимо от того, движется наблюдатель или в покое. Он характеризуется давлением. Тем же давлением, которое не позволяет вам накачать воздушный шар. Да. Но это давление, это отрицательное давление. И я так и не знаю, как объяснить это без математики. Но это вот странная вещь. Энергия и отрицательное давление выглядят одинаково для наблюдателей покоя и движущихся наблюдателей. Но это не эфир. Итак, этот объект очень странный. Он одинаков для всех наблюдателей, но он очень естественен для теории Эйнштейна. И это энергия пространства, которая не связана ни с материей, ни с излучением. Это просто энергия пространства, самого пространства, вызывает это ускоренное, является причиной ускоренного расширения. Вселенная похожа на поверхность шара, который накачивается, и каждая точка на поверхности шара удаляется от любой другой точки при расширении. Но ускоренное расширение означает, что вы надуваете этот шар не с одинаковой скоростью, а с увеличивающейся. Таким образом, может быть, что источником темной энергии
является вакуум. Вам может показаться это странным, поскольку вакуум, ну что такое вакуум? Это ничто. Вот та картина, которую люди себе обычно представляют, когда думают о вакууме. Это то, что останется, если вы избавитесь от всего. Ни атомов, ни частиц, ни полей, ничего. Просто вакуум, скучный вакуум. И это такова была классическая картина вакуума. Но мы узнали 80 лет назад, что мир не так прост, что он управляется странной механикой, называющейся квантовой механикой, со странными с точки зрения классической механики свойствами. И одна из вещей, которую мы знаем, что квантовый мир никогда не находится в состоянии покоя. Если вы наблюдаете что-нибудь, вы неизбежно взаимодействуете с тем, что вы наблюдаете, и приводите в движение. И квантовый вакуум наполнен флуктуирующими квантовыми полями. Это хорошая картина виртуальных частиц. Они возникают, исчезают. Это картина квантового вакуума на масштабе протона, на ядерной шкале, использующая теорию ядерных сил, которая является определяющей на этом масштабе. Так что если у вас есть микроскоп, и вы хотели бы изучить, как выглядит вакуум, так вот, то, что вы увидите, это подобную картину, а совершенно не скучную белую трансперенсию. Вы увидите эти флуктуации, возникающие и исчезающие. И на самом деле очень многое из того, что мы узнали о силах природы, является следствием свойств этой странной среды, в которой все это разыгрывается, квантового вакуума. На самом деле, как Марк сказал в своем вступлении, я расскажу вам о асимптотической свободе, за которую я получил Нобелевскую премию. Асимптотическая свобода тоже является следствием странных свойств вакуума. Она объясняет, почему, если вы возьмете два кварка и попытаетесь развести их, то на очень малых расстояниях, когда эти два кварка очень близки, сила, действующая между ними, очень мала. А когда вы пытаетесь удалить их один от другого, то эти флуктуации вакуума приводит к тому, что сила становится большой, а не малой, как можно было бы наивно думать. И вот это явление в целом называется асимптотической свободой. Это была попытка понять, почему, с одной стороны, кварки, если их рассматривать на малых пространственно-временных масштабах, то они выглядят свободными частицами, но вы никогда не можете извлечь кварки из протона. И поэтому задача была в том, чтобы найти теорию, которая объясняет эти свойства. Это квантовая хромодинамика. Это теория кварков, которые связаны силами, похожими на электрический магнетизм, но с тремя видами зарядов, не одним. И в этой теории мы теперь можем сделать вычисления. Мы можем проследить за тем, что происходит, когда мы пытаемся увести кварки друг от друга, изучить силу. И мы видим, что силовые линии, которые соединяют заряды, сжимаются при их разведении в токовые трубки. И поэтому для того, чтобы вытащить кварк из протона, нужно
нужно потратить бесконечную энергию, что объясняет, почему это невозможно. Это, конечно, не то, что вы видите в микроскоп, это то, что теоретик видит в компьютерной симуляции. Но, имея теорию, вы можете вычислить, например, массу протона, массу нейтрона. Мы можем вычислить массы частиц, из которых мы состоим, с точностью до 1%. Когда мы получили, когда вы получаете Нобелевскую премию, в частности, вы участвуете в обеде с королевской семьей, получаете приз от короля, но один из замечательных вещей – это документ, который вы получаете от короля, и в том числе картину, написанную художником, которая символизирует ваше открытие. В данном случае вы видите протон, из которых вы все сделаны, три кварка, связанных хромодинамическими силами, такими странными из-за специальных свойств квантового вакуума. Они также сделали постер. Здесь замечательная картинка. Вы видите три кварка внутри протона, которые хотят убежать друг от друга. Они совершенно несчастны, поскольку большая сила удерживает их вместе. Но шведы неправильно нарисовали картинку. Но на самом деле протон выглядит не так. Если вы сделаете вычисление, то вы, когда вы будете растягивать протон, вы получите скорее треугольник, триаду. Поскольку протоны не превращаются в три индивидуальных кварка, то механизм, которым квантовый вакуум действует на протон, при попытке удалить кварки друг от друга, приводит к образованию такой треугольной картины. Все поля, которые флуктуируют в вакууме, у них есть энергия, вы можете видеть это. Все это характеризуется энергией. На самом деле, в квантовой механике с самого начала было непонятно, почему мы не наблюдаем огромного значения энергии вакуума, колоссального значения космологической постоянной и очень быстрого расширения Вселенной. Если вы попытаетесь вычислить энергию, связанную с этими флуктуациями, вы получите огромное число и сравните его с наблюдаемым 10-120 против 10 минус 4 электрон-вольт 4 степени. Это большая тайна. Мы понимаем, что совершенно невозможно избежать существования таких квантовых флуктуаций. А вот то, чего мы не понимаем, это величину. Почему результирующая величина космологической постоянной так мала? И это самая большая проблема, с которой сталкиваются теоретики. В чем причина малости космологической постоянной? Некоторые из моих коллег прибегали к отчаянным объяснениям. Они говорят, что это невозможно объяснить. Поэтому наверное, должно быть так, что есть триллионы Вселенных, которые производятся каким бы то ни было механизмом, и мы случайно живем в одной из этих Вселенных, которая имеет маленькую космологическую постоянную. И что Вселенная расширяется не так быстро, чтобы помешать образованию галактик и звезд. А в других мирах космологическая постоянная велика, и там, но зато там не будет жизни, поэтому мы не сможем наблюдать. Мне не нравится этот ответ. Я хочу вычислить, что происходит. И я думаю, что мы сможем получить ответ на этот вопрос, но это настоящий вызов, это колоссальная проблема, которую
нам придется изучать в течение длительного времени. Итак, мы имеем замечательную теорию с кварками, электронами и нейтрино. У нас есть три семейства кварков и лептонов, которые могут рождаться на ускорителях. И у нас есть электромагнетизм, сильные и слабые взаимодействия. Это потрясающая, успешная теория. Это настоящий триумф физики. На всех доступных нам масштабах во Вселенной мы можем описать все в терминах одной и той же физики. 60 на разница в пространственно-временных масштабах, на которых эта теория успешно работает, это 60 порядков. Но даже в этой теории мы можем задать вопросы. Например, природа масс кварков и лептонов. Масса кварков и лептонов не объясняется в этой теории. Мы просто измеряем их. И в течение последних 30 лет эти свойства массы, в частности, измерялись. Это довольно прихотливая структура, которую мы не понимаем. Мы можем измерять эти массы и использовать эти значения для вычисления, для вычислений. Но вот этот топ-кварк, наиболее тяжелый кварк, почти в 60 тысяч раз тяжелее, чем верхний кварк, ап-кварк, который находится в протонах и нейтронах. Почему это так? Можем ли мы вычислить это число? Мы не знаем, как это сделать. Все попытки были безуспешными. Многие вопросы в стандартной модели, многие аспекты стандартной модели мы не понимаем. Одним из глубоких последствий релятивистского характера квантовой механики является то, что если у нас есть частица с зарядом, тогда должна существовать и античастица, частица с противоположным зарядом и точности такой же массы, и точности противоположным зарядом. Так что эти две частицы могут аннигилировать с рождением излучения. Мы все сделаны из протонов и кварков, и мы видим античастицы только тогда, когда мы производим соударение частиц на ускорителях. Вопрос в том, почему Вселенная содержит так мало антиматерии. Можно было бы думать, что в самом начале Вселенная содержала одинаковое количество материи и антиматерии. Ну, мы думаем, что, возможно, мы знаем ответ на этот вопрос. И, в частности, Андрей Сахаров был первым, кто сформулировал стратегию того, как можно количественно отвечать на этот вопрос. Но, тем не менее, мы до сих пор не знаем этого ответа. Почему отношение плотности барионов и фотонов так мало? Да. Почему после того, как проаннигилировала материя и антиматерия, остались мы с вами? Одним из самых важных вопросов для физики частиц, для фундаментальной физики, является объединение сил. Если мы проэкстраполируем силы на область более высоких энергий или больших расстояний, сила, действующая, извините, на более маленькие расстояния, сильные взаимодействия становятся слабее, и это дает возможность объединения всех сил на очень малых расстояниях. Электрическая сила на самом деле увеличивается, ее значение увеличивается с уменьшением расстояния. Итак, если вы возьмете стандартную модель и проведете экстраполяцию к очень большим энергиям и малым расстояниям, то все выглядит так, как если бы силы объединялись в единое взаимодействие и объединялись гравитационным взаимодействием. Гравитационная сила
для большинства людей это единственная сила, которую мы чувствуем каждый день, с того момента, когда мы встаем с кровати. Что довольно странно, потому что эта сила чрезвычайно слаба. Сила взаимодействия электрона и протона, электрическая сила, гравитационная сила между электроном и протоном в 10 в 40 раз слабее, чем электрическая. Причина, по которой вы ощущаете гравитацию, это то, что под вами находится большая планета, в которой 10 в 50 атомов. Ну вот эксперимент, который покажет вам, что гравитация действительно очень слаба. Смотрите, я держу это. Вся Земля тянет. Да, я прикладываю небольшую силу, да. И с этим небольшим усилием я могу сопротивляться воздействию всей Земли. Но гравитация становится сильнее, когда частицы движутся очень быстро, поскольку источник гравитации — это масса, а масса — это то же, что энергия. И энергия равняется массе на скорость света в квадрате. Ну, то есть, когда электроны или протон движутся с очень большими скоростями, это отвечает большим энергиям, и гравитация становится важной. В течение 30-40 лет, базируясь на этом наблюдении, мы хотим создать теорию, которая объединяет все эти взаимодействия. И наиболее перспективный проект, который далек от завершения, называется теория суперструн. Это взгляд на мир, при котором все частицы, которые мы наблюдаем, лептоны, электроны, нейтрино, кванты, кванты полей, фотоны, кванты света и другие поля, которые связывают кварки, и гравитационные силы, гравитоны, все они — это различные возбуждения одной и той же струны, струноподобного объекта. Мы не знаем, окажется ли этот подход в конечном счете правильным. Этот подход успешен в описании некоторых свойств гравитации и стандартной модели, и даже в применении к физике твердого тела. Но все-таки развитие теории суперструн еще очень далеко от того, чтобы предсказывать, давать правильные предсказания. В этой теории возникают вопросы, связанные с природой пространства и времени. В частности, в теории суперструн мы открыли, что часто в нашем описании природы нам требуется более трех пространственных измерений. На самом деле, самое простое решение струнной теории отвечает тому, что в каждой точке пространства имеется 6 дополнительных измерений, структура которых может определяться решением уравнений. И возможность состоит в том, что эти измерения свернуты в эти вот маленькие пространства. И геометрия и топология этих образов определяет значение масс и другие свойства частиц, которые мы наблюдаем в большом мире. Мы просто слишком велики, чтобы в каждой точке наблюдать эти дополнительные измерения. Еще более странная возможность, которая привела теория струн и носящая более общий характер, это квантовые измерения пространства и времени. Мы поняли, что как
имеются теоретические надежды и возможно, экспериментальные указания на то, что это можно будет наблюдать на замечательном новом ускорителе, который построен недалеко от Женевы. Если вы летите над Женевой в хорошую погоду, вы можете видеть этот белый круг, туннель с диаметром 19 километров, 200 метров под поверхностью Земли. Он идет, проходит через французскую территорию, возвращается в Швейцарию, и в этом туннеле вакуумная труба, охлаждаемая жидким гелием, двадцать 7 километров в диаметр, протоны движутся в одном, извините, в LHC и то, и другое протоны, они движутся навстречу друг другу. Они ускоряются мощными магнитами, сверхпроводящими магнитами. И для этого, для охлаждения используется 50 тысяч тонн жидкого гелия примерно до температуры почти 2 Кельвина. Это самое холодное место во Вселенной. Вокруг этого туннеля, где ускоряются протонные пучки до огромных энергий, когда машина работает на полную мощность, полная энергия, которая находится в этих пучках, эквивалентно полной энергии авианосца, который движется со скоростью 30 узлов, 11 гигаджоулей. Поэтому этот эксперимент очень чувствителен и опасен, поскольку пучок может уйти. На самом деле такой случай произошел в самом начале работы машины. Конечно, при гораздо меньшей энергии все было исправлено, и сейчас эти протоны посылаются по кругу, и в четырех местах на окружности пучки сводятся, протоны сталкиваются, и были построены колоссальные детекторы, которые позволяют увидеть, что происходит. Это один из детекторов, а это самый большой, который называется «Атлас». Вот видите, в середине человек находится. Детектор сделан из концентрических колец материала, который измеряет свойства частиц, которые возникают в ходе соударения. Это потрясающие экспериментальные установки. Это пирамиды 21 века. Правда, они гораздо лучше, чем пирамиды. Пирамиды были построены, чтобы увековечить память умершего короля, чтобы он жил вечно. Эти машины, стоящие вообще 10 миллиардов долларов, и детекторы, которые стоят миллиард долларов каждый, они содержат 100 миллионов электронных каналов. Они работают при частоте соударений 40 миллионов соударений в секунду. И в каждом соударении рождаются сотни частиц, и получающиеся при этом частицы создают треки, которые наблюдаются в детекторах. Конечно, столько информации не может переварить даже современная аппаратура.
Поэтому на самом деле при наблюдении, при реальных наблюдениях цифра 40 миллионов уменьшается до 200 событий в секунду, которые вы можете анализировать. Эти данные запасаются и сохраняются на скорости пентабайтов в год. Каждая коллаборация содержит примерно 2000 физиков с кандидатской степенью для каждого детектора, и к настоящему времени уже был зарегистрирован миллион миллионов событий. Вот картинка одного из событий, которое было зарегистрировано в самом начале работы коллайдера. Детектор CMS, KMS. На самом деле, это одно из самых первых столкновений, которое наблюдала эта коллаборация. И то, что они должны сделать. Вот вы видите следы, оставленные частицами. И по этим трекам они должны выяснить, что случилось. Можем ли мы понять, что случилось? В этом соударении, базируясь на теории, которой мы владеем, или есть какая-то новая физика? Итак, у вас есть миллион миллионов таких событий, довольно сложных, и отсюда вы должны выбрать те несколько событий, которые, например, могут быть проявлением наличия суперпространства или темной материи. Таких событий, что энергия не скомпенсирована, так что красная энергия наблюдаема, а энергия, идущая вниз, нет. И эта потерянная энергия свидетельствует о существовании темной материи. Или, возможно, суперпространство. В рамках соответствующей теории такие события предсказывались. Итак, большой физики во всем мире ждали новых открытий от LHC. До сих пор ничего не произошло, но все только начинается. К настоящему моменту получен 1% от информации, от объема информации, который ожидается получить. И я ожидаю и надеюсь, что они обнаружат эти квантовые размерности пространства-времени. И я надеюсь, что ответ на этот вопрос будет найден. Есть еще один более глубокий вопрос, который связан, в частности, с теорией струн. Они связаны с природой пространства и времени, которые могут быть только приближенными понятиями. Пространство-время может быть производным объектом, это возникающим в рамках более глубокого описания. Это довольно естественно с точки зрения физики, атомной и ядерной, но только относительно совсем малых расстояний. Мы вынуждены задать себе очень интересный вопрос. У нас есть некоторые догадки относительно того, как на него отвечать. И этот вопрос, из чего сделано пространство-время, из чего состоит пространство-времени, это, конечно, захватывающий вопрос. И ответ на этот вопрос, по-видимому, потребует большого времени. Я хочу закончить экскурсом в области физики, которым занимается большая часть ученых, не связанных с физикой частиц, но с физикой обычной материи, атомов, молекул. И это не только чрезвычайно интересная область с большими достижениями, но и эта область имеет очень практическое значение. Большая часть наших технологий обусловлена, возникло благодаря развитию
этих областей физики, в течение последнего десятилетия был достигнут потрясающий прогресс в создании новых материалов и понимании свойств новых материалов. В частности, предпоследняя Нобелевская премия была присуждена за графен, слой графита. Это графен, слой графита. Это двумерный материал с замечательными свойствами. Замечательными свойствами, которые представляют очень большой интерес для физиков. И благодаря большому разнообразию явлений, которые можно изучать в лаборатории, о которых физики мечтали в течение многих лет, но и также для технологии, поскольку это материал, который очень необычен по своим свойствам, в частности по электронным свойствам, будет, несомненно, использован в большом числе для новых технологий в 21 веке. Это только пример того, как новая форма материи может быть создана путем манипулирования материи на уровне индивидуальных атомов. В атомной физике мы можем создавать материю, с которой мы не встречаемся в обычных материалах и в обычной жизни, помещая при помощи различной техники атомы, с использованием квантовой оптики, помещая атомы в определенные места и меняя расстояние и конфигурации этих атомов. Управляя этими параметрами, мы можем получать вещества со свойствами в диапазоне от сверхтекучести до изолятора. И мы это можем делать, работая с материей на уровне индивидуальных атомов. Это важно как для понимания квантовой динамики обычной материи и создания новых форм материи и контроля над ними. И использование технологий будет, несомненно, продолжаться в этом веке. Одной из самых интересных современных идей является возможность использования этого контроля на уровне индивидуальных атомов, на атомном уровне, чтобы создать новую разновидность компьютеров, которая, ну, если это можно будет сделать, придет в правильное время, поскольку мы уже находимся в районе предела, ограничивающего возможности кремниевых чипов. Классические компьютеры основаны на нулях и единицах, на битах информации, несущих один бит информации. И классический компьютер работает с последовательностями нулей и единиц. Классические компьютеры, однако, ограничены в том, что они могут сделать. И многие вычислительные проблемы, с которыми мы сталкиваемся, слишком сложны для компьютера, существующего ли, или того, который можете представить, поскольку сложность возрастает экспоненциально, а человеческие способности, деньги, все остальное возрастает только линейно, обычно. Классические компьютеры основано на этих простых битах 0, 1 или в другой картинке вверх-вниз. В реальности у нас есть частицы,
которые естественным образом характеризуются направлением вверх и вниз, так же как биты информации. Например, электрон. Электрон вращается вокруг своей оси. Это из-за квантово-механических эффектов. Это его момент его вращения может принимать только два значения, вверх и вниз. И мы можем использовать эти значения в качестве битов. С тем отличием, что электронные биты — это квантово-механические биты. В квантовой механике мы можем производить то, что называется суперпозицией. Мы можем создать суперпозицию электрона со спином вверх и электрона со спином вниз. Квантовая механика работает в гораздо более широком пространстве, называющемся Гильбертовым пространством. И спин электрона не живет только в состоянии вверх или вниз, он может находиться в состоянии любой комбинации из этих двух состояний. Это приводит к многим странным и забавным последствиям квантовой механики. Но здесь, с точки зрения квантовых компьютеров, мы имеем дело с пространством квантовых битов, которое гораздо шире, чем наивные вверх и вниз. Это означает, что если вы можете создать квантовый компьютер, манипулируемую последовательность квантовых битов, тогда мы понимаем, что многие проблемы, которые сейчас нельзя решить при помощи обычных компьютеров, так вот эти проблемы можно решить при помощи квантового компьютера. Эта проблема привлекает большой интерес. Ну, например, факторизация больших чисел. Вся безопасность интернета основывается на факторизации больших чисел. Если причина безопасности покупки при помощи кредитной карты в интернете связана с тем, что используется произведение двух больших простых чисел, и если вы знаете, как факторизовать получающиеся числа, то вы можете украсть все, что угодно. Итак, имеется попытка создания квантового компьютера. Проблема в том, что этот квантовый компьютер очень хрупок. Когда он приводится в контакт с окружающей средой, он теряет квантовую когерентность и становится всего лишь классическим. Так что в теории квантовый компьютер легко сделать, но на практике для этого потребуется совершенно потрясающий уровень контроля над квантовым состоянием, над квантовой когерентностью квантовых состояний. Она очень легко разрушается при взаимодействии с окружающей средой. Сейчас говорят, что для создания квантового компьютера потребуется 50 лет. На самом деле никто не знает. Имеется много очень интересных попыток в этом направлении. И нет сомнения в том, что это будет действительно сделано. Вопрос только в том, когда и при помощи какого-то метода. Как я уже сказал с самого начала, физики занимаются и биологией тоже. В моем институте, который называет программы в теоретической физике, мы называем это физикой живой материи. Физика твердого тела, частиц и физика живой материи. Очень интересный род физики. И я думаю, что физика может оказаться очень полезной, в особенности, если существует теория биологии. Многие думают о том, что биология — это просто функционирующая
это понятие, которое функционирует. Есть эволюция, которую мы наблюдаем, но нет теории. Однако становится все более и более ясно, что в биологии есть принципы, в осознании которых теоретическая физика может помочь. Давайте я приведу вам пример. Ну, прежде чем привести этот пример, можно еще задать вопрос, потребуется ли для создания этой теории биологии новая математика? Итак, одна из вещей, которой физики занимаются в биологии, это геномика. Сейчас у нас есть отображение не только наших генов, но и многих организмов. И вопрос состоит в том, можем ли мы сделать теорию эволюции количественной, имеющей предсказательную силу. Сейчас мы можем проводить лабораторные эксперименты, исследовать эволюцию бактерий, изучать структуру генома и получать объяснение эволюции, делать предсказания, проверять эти предсказания. Мне нравится такая формулировка вопроса. Вы можете предсказать, как будет выглядеть организм по его геному? И я предполагаю, что если будет существовать теоретическая геномика, то в 2011 году на экзамене по теоретической геномике будет задан вопрос, базируясь на заданной генетической последовательности, изобразите организм. Вот ответ. Еще одно направление, в котором физики участвовали, поскольку там требуется моделирование и эксперименты, это изучение нейтронов. И там есть замечательные вопросы из того рода, который физики любят обсуждать, поскольку требуется теория моделирования. В частности, в чем состоят принципы, стоящие за самоорганизацией, которая ответственна за память и сознание? Как это работает? Законы физики, химии. Можно ли создать машину, обладающую свободной волей? И, наконец, вопрос, который мне нравится, который относится к одному из самых загадочных свойств, человеческих свойств сознания. Физик мог бы задать этот вопрос в таком виде. Можно ли измерить возникновение сознания у ребенка? Здесь я имею в виду, что если мы отложим сознание, что бы это ни было, как функцию от возраста, мы совершенно уверены в том, что чем бы оно ни было, у эмбриона нет сознания. До рождения эмбрион не характеризуется сознанием, а подросток, по-видимому, является сознательным существом. Таким образом, где-то в промежутке сознание включается. Физики при понимании в ходе исследования разных фаз материи, жидкости, твердого тела. Так вот, физики очень часто интересуются даже не столько полным описанием каждой из фаз, но переходом, межфазовым переходом, поскольку его сравнительно легко наблюдать и
И свойства этого фазового перехода часто многое говорят нам о свойствах фаз. Так вот, в чем природа указанного перехода? Является ли он разрывным, мгновенным, то есть вы просыпаетесь и являетесь сознательным, или этот переход непрерывен? Чтобы отвечать на этот вопрос, вам даже не обязательно знать, что такое сознание. Вам нужно лишь измерить нечто, что коррелирует или связано с сознанием. И вы можете изучать этот вопрос не только для людей, но и для собак. Да. Есть ли сознание у собак? Многие из нас думают, что да, а мухи? На какой-то стадии эволюции должно было включить сознание. Такого рода вопросы физики задают в теории живой материи. Вот таковы в этом широком спектре вопросы, которые задают физики и физика от свойств частиц материи, природы, пространства, времени, к свойствам теоретической биологии, свойствам живой материи, и в этом будущее науки. И я хочу закончить еще одним вопросом, который более социологический и исторический, и я знаю ответ на него. И этот вопрос: будет ли физика оставаться важной, так как она была в прошлом? Ответ, конечно, да. Спасибо.